Добрый день, друзья. Сейчас мы с вами рассмотрим такой проект, как LolliGo. Это проект, то есть, ну, это, можно сказать, экосистема, с помощью которой, экосистема, платформа, на которой проводятся ICO проекты. Вот, ну, давайте пойдем по порядку, рассмотрим более детально данный проект, его преимущества и что у нас тут есть на этом сайте, например. Выведем с первой страницы, вот, например, ICO Benchtrack, ICO Market. Дают этому проекту достаточно высокие оценки. Также проходит через приватные продажи, публичный пресейл, стартует через 33 дня 10 часов. Будет 30% бонус регистрируется. Минимум один эфир можно купить. Вот. То есть это на данный момент в районе 230 долларов на 7 сентября 2018 года один эфир. Так, что это такое? Волюхову это безопасные и предпочтительная ICO краудфандинговая платформа. Предлагает токены создания через смарт-контракты, базу для раздачи и входа участников. Платформа предлагает инструменты для успешного профессионального ICO. Инвестор вот данной платформы, вот перевод от данной платформы, блокчейн, сервис и это инвестор. Тут мы видим, что особенность данного проекта, вообще особенности, будут решения. Запускает реактивный публичный контракт через блокчейн. Также онлайн-сервис управляет ICO компанией через интуитивное графическое представление, предлагает классические особенности панели, ну, да, приборной доски, то есть панели. Больше. Компоненты Эльсинга всего и соответствующий лей позволяет напрямую покупать токены. Так, биржа. Приватная криптовалютная биржа поддерживает ICO запуск через данную платформу. Умный кошелек позволяет покупать и хранить токены данного проекта. Участвовать в различных ICO, портфолио, ну, мониторить и голосовать соответственно, против проектов различных. Экосистема, сервисы, запуск ICO, безопасное хранение, Wavelink. То есть, Wavelink, если непонятно, то есть, например, данный сервис активируется в каждом регионе, предлагает каждой стране варианты инструмента мониторинга финансового статуса аккаунта и взять необходимые особенности в случае обнаружения мошенничества. Лейбл. Так, дорожная карта проекта. Команда, советники. Дорожная карта тут начинается с 2018 года, как мы видим. Команда. Вот можно нажать на иконку интересующего члена команды и прочитать. Если информации достаточно, в принципе, можно поискать информацию в интернете. Вот такой у нас обзор платформы. Ну что можно сказать? Платформа однозначно идея интересная, понятная, перспективная. Инвестировать нет, это в любом случае решать вам. Это видео чисто со знакомительным целях выпущено. Вот ссылки на проект будут в описании под видео. Всем спасибо за просмотр и всем пока. А в следующем видео мы с вами вкратце рассмотрим white paper данного проекта.